что-то вот такое, листья большие, пригибает того так все от ветра, Вьетнам, они вот так просто Вьетнам, вот эти, да, прямо пальмы. садятся. Ну, они густо так растут, их Угу. много, как лес из пальм этих. Так интересно, они прямо садятся. Угу. Нету ни ракетных этих выхлопов, ничего, ну просто как Ничего нету. пирамида такая непонятная, усеченная. Да. Или Где-то кратер, я... додекаэдр такой, но больше Да. пирамидальной формы. Так интересно, у них там ничего нет, у них там чистая магия, просто магия. Они это как магию даже не воспринимают, это Думают, как-то что и везде должно так и быть. все нормально, да. Да. Они просто там так живут и все. Ну, они, ты там тоже жила так. Бери ту силу. Она ж была твоей, ты была той. Впитывай. И я как-то там с той магией взаимодействовал. Она как через копье прям струилась через руку. Прикольно. Да, берешь копье, и оно как часть руки становится. Ты можешь С полностью им программы управлять. Ты послать, думаешь оно им, чуть ли да. не летит само, Да, да. ты думаешь им просто, ты управляешь всем. Ну, Это, ты да. хорошо гусями управляла. Утка гусями, утка. Утка лягушками. Жабами. Да, утка жабами. Жабка. Прям Ну, четко картинка пришла такая. там я маленькая была. Да, с такой хворостиночкой и этих. Чуть не по пояс тебе эти утки Что-то там, да. большие, да. Хорошая была планета. Только обратно, блин, грязная Если б не рой, какая-то. да, на Дюне что ли было? Чисто. Нормально. И тут нормально. Дети вон в канавках. По уши. Одни глаза белые. Классно. Хорошо. Да. Все грязно. Это природа. Это теперь мне кажется, что грязно. Тогда мне это нравилось, наверное. Это нормально было. Даже не оценивали. Все были такие по уши. Это сила тоже. Ой, а я пошел, как всегда, делать революцию. Ты не дождалась, как всегда. Стандартно. Я пошел договариваться о нападении на этих. Да, там И мы бы нужно было. пробили. Да, там нужно было. Я помню эту картинку, когда собрали жителей там каких-то, я не понимаю, каких жителей, но много. Как площадь какая-то, свободное место, и вот этот корабль садится, и новые законы устанавливаются. А жители все стоят, и они должны как-то поклониться. Вот как вроде тебя вот так сшибают, потому что ты не Я кланяешься. против, да, Да, пошли нафиг. ты не кланяешься, и они тебя вот так сшибают. Я просто подхватываюсь посмотреть, а я, ну, меньше тебя было. Ты как постарше, я как помладше. Я подхватываюсь посмотреть, и так на меня раз, так когтем этот белый папа римский, блин, раз на меня так, и как сканирует меня так, хоп-хоп-хоп, и я застыла. И он, наверное, прочитал, что что-то не то, не такой, как житель, то, ну, какой-то Угу. кристаллик, может, увидел, или что. Я просто как застыла в таком состоянии, я подпрыгнула посмотреть, вот они все наклоненные, и я раз, кого там они бьют, а тебя вот так просто А шибанули, они и ты как подавили улетел. сознание, вот кто сопротивлялся, те просто могли просто смотреть, что происходит, какого хера все за мраком стоит. Типа психогенераторы. И вот эта картинка так четко, как я так раз подпрыгнула, и меня так вжух, как сканера, ты куда-то как улетел, но сила другая, ты просто в теле, ну, юноша, тебя как двинули, и ты прям вот, знаешь, как хоба, и куда-то там на несколько метров отбросила. А потом я поехал восстание типа поднимать, чтобы напасть. Ну мы бы нормально. Расхерачили бы. Потому что магически накачанные копья через силовые поля пролетали. А было бы интересно, если бы кое-кто не полез кое-куда. Я там долго ездил. Ну да, почти аватар, почти.
Ты там долго ездил. Мне такое, как вот ту базу, вот такая гора какая-то конусообразная, и нужно было тебе эту гору то ли взорвать, то ли расхерачить там все, потому что там была какая-то как лаборатория, штаб, что-то вот, представитель твоих на той планете. Эксперименты. Да, эксперименты какие-то, и тебе нужно было. Они реально вывели вот таких вот обезьян, этих огромных, и они там буквально за несколько лет, как за 10 лет или сколько, поставили их как вот сколько-то на этой планете, там, 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 и люди все должны были поклоняться. Это как смотритель. Потом Но бы они их были такие. накачали, они тупые, да, их вот жертвоприношениями накачивали, то есть давали им людей, чтобы они их жрали. Причем они пожирали души и накачивали магию. И если бы такие накачанные существа потом с душами роевых и пришли в рой с подключенными, это был бы мандец. Вот это и надо было остановить. Вот мы и туда и поперлись. Ну, поскольку я одного убил, то эксперимент сорвался. Все, он убитый. Они же роевые там были. Одного убил, и все они как схлопнулись, скуксились. Просто в Торе такое явление произошло, что Кон убил вот такое явление, и как явление уже все Она усохло. уже стерта, да? Усохло, это пошло против Тора, и оно уже не будет получаться снова такого. Против Вселенной, против Тора. Ну, тоже вариант. Ну, проще было бы, интереснее было бы расхерачить эту базу, конечно. Ты как и ходил ту базу херачить. Ты как и собирался, вот почему тебя и не Силой было. Ты собирал людей, да. куда-то туда ходил эту базу Почти все херачить. подготовил. Не, нападения не вижу, а вот эту битву с этим гориллом вижу, Может и такой. не было. Я просто вижу эту гору и как что-то вот это главное нужно убрать, а убрали или нет, этого я не знаю. И вот эту гориллу. И он Самого как-то реально повелителя. трансформировался. Да. Ну, генные какие-то вот Даже строили не гений, там эксперименты. все магии. Ему Магии чуть-чуть там, да. его изменили душу и все, и дальше он начал расти и мутировать сам. И неизвестно, куда это бы все вылилось. Вот это вот огромные чины прокачанной магии. Если до сих пор у меня голова никакая от его ударов когтей, то это было бы что-то с чем-то. Это были бы вот как именно как Кинг-Конги. Это Только бы чуть вот такое. поменьше, но такое, да. Да, Они это бы было бы питались что-то такое. душами людей, все. Ну, на тот момент они были поменьше, но они могли мутировать С дальше. ментальным контролем, с огромным контролем магии. Даже в тех номерах они были магическими существами. И они как подчинялись вот Рою, именно тем, которые их устанавливали, они были вот не сами по Под их себе, а вот контролем, им. под пси-контролем. Да. Это кошмар. Да, это была бы армия немножко другая, герой был бы другой. Мандец. Еще понять, что заставило Ро искать пути мутирования. Для чего? Почему бунт произошел? Из-за мутации. Вот зачем мутация нужна была? Просто ли из-за вируса, либо цель какая-то? Это уже было, ну, по времени это было уже после ящика. Ну, естественно, Да, выбрался. после. Да, как выбрался уже после ящика. Долгие 1000 лет. Начал подсирать Рою. Что, надо забирать магию этого козла. Зато теперь там хорошо.
там так же, там все неизменно, там техника не приживается и не нужна. Природа такие же. Люди такие же, природа такая же. Утка, жабы, да. Дожди. Сила клубится в облаках как-то. Интересно. Красотень. Глубоко вниз прям. Интересно. Ладно. Этого мудака нужно сейчас потрогать. И все, он растворяется. Сила возвращается в Вселенную. И мне тоже. Как в Кости. Да, Дима прав. Он иногда видит, но его реально отупили. Конкретно столько блоков. Чтобы именно его сознание подавить. Его свойства, чтобы были в квантовых компах. Его сила. А именно его сознание, чтобы было подавлено. Ну, очухается со временем. Там у них статуэтки такие красивые теперь стоят. Чьи? Кого? Не скажу. Ты же там герой чьи там могут быть Да статуэтки? какой герой? Здрой. Мертвый. Мертвый герой, да. Чтобы освободить от этих. Рык прям пробирал, да. Он рычал так больше грудью, вот так вибрации. Волна такая подавление. Нет, похер, это местные разрушались. Почти от него. А побегать пришлось, да. И копье, он прям насаживая себя на копье, лез меня. Да, копье как продолжение руки. Любой предмет как часть Да, но тебя. я ткнул Раз, на него, а он да. прям через него, он знает, что копье тут, и вот все равно шел, я копье Падает, насквозь прошло, да, протыкает, а чтобы тебя достать да. лапами, да. Сучок упертый. Да, контролировался этим богомолом. Обносить. Их так больше десятка в планете было. Было бы побольше, было бы пиздец. Их бы потом с памятью этих душ накачанные на главный корабль бы забрали. И дальше они размножались уже и с чужими душами, и с магией той планеты было бы соединение. Вот. Это было бы мандир. Такое войско попробуй победить. И войско, и вот такие существа выжили бы в любом мире, в техническом, где угодно, наверху, сохраняя свои вампирские свойства. Да. Вот почему мы туда и приперлись. Прекратить вот это. На Дюне было одно, там было другое. Обрубить ростки роя, варианты развития. Потом вампиризм другой пошел. Бабам вирус, и бабы начали вампирить. Жертвоприношения устраивать. Вот долго это и не шла, эта картинка. Они ее прятали. Достаточно такая серьезная тема в развитии роя, скажем так. Даже не они, Мона. Мы прятали. Ну, у нас же как сверху вниз. Mm. Сталин, Алекс.
Почему я ее не видела? Как этого Почему? звали на Дюне? Тебя Шанти, а того? Я уже не помню как. Вот это. Я как-то по-другому называла. Это было не по имени, а как другое имя там было. Вот как в Индии там называют, типа светочей Несколько, моих там, да. или вот как-то без Вот и привязки. Шани, Шанти, да. Как-то там было вот таким образом. Не им по имени, а как-то по-другому называл. В книге почти все верно. Не Узул, а как-то Уал. Ухал-Уал. Кино кое-что верно, да. Пещеры такие я увидела, и воды такие, резервуары какие-то огромные видела. Но она там какая-то как техническая или как глицерин была. Но города были, вот. У них же тоже в этих диких и сверху были, и снизу были города. Они И как-то. не дикие. Свободные они Давай дикие, да. выкачиваем из этих существ силу. Освобождаем. Синего покажи. Не боится больше? Чё это осмелел? Так он дохлый, чего боится? Даже дохлого боялся. И теням покажи, пусть поклюют, освободят. Блин, а от меня только лицо осталось. Ну, голова есть, а ноги, а вот этого всего нету. Вижу, я там лежу рядышком. Фу. Там много тел было. Ну вот, да, но вот они там Недоеденных. кости какие-то, а у меня вот разворочено все, и вот только лицо. Глаза открытые, но мертвое. Видно, что лицо, видно, вот тут все разорвато. Ноги Всего лишь вижу. тело. Да. Очередное. Просто так четко картинка с этим, вот так вывернутая голова. А на меня посмотри. У меня спина вся до сих пор болит. Разодранная. Тоже. Тоже потом получается. Дота с такими повреждениями. Не, и до было. Как убегал, уворачивался и сзади разодрано все. Живот разодранный и спина. Я не вижу только, почему я пошла. Или меня выбрали на ту жертву, или я пошла на ту жертву. Я вижу, что я иду туда добровольно. Вот сама просто меня никто за руки не тащит. Я вот иду туда сама, подхожу, и они мне руки привязывают. Или это было частью такого ритуала, или не знаю почему. Частью там такие жертвоприношения были. Но вижу, что Чем я сама иду. моложе, тем лучше. И тогда еще Ник никто потенциал. не тащит. От женщин брали. Как жизненную силу. Это потом потенциал стали брать информацию от мужиков, когда бабы начали делать жертвоприношения, больше как в резонансе с тварью на нее переводили. То есть из мужиков потенциал брали для нее. А до этого как для роя, для мужиков, типа она больше не себе, а потом стала через себя, то есть ей возвращается, а у нее отрыжка, ты тут масонская, как они говорят, ее святая божественная отрыжка, прям в песнях поют, и она возвращала часть времени измененного пространства им, и они с этой силой могли здесь творить говно. Фух. Ну ладно. Неважно. Еще один пласт всплыл. Хорошо.